Хей, йоу, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Омега Стритс. Так, я уже почти все вкачал, да, у нас умения есть различные, инвентарь я заюзал свинку. Так. Блин, я думаю, что нужно под ноги постоянно, а кажется, нет. Так, раз. Там аптечку, да, мы подобрали. В принципе, отсюда можно выходить. Я не верю, что мы больше что-то охотненького тут найдем. Так, ну у нас еще есть, в принципе, с другой стороны проход, поэтому пойдемте в другую сторону. У нас есть еще в другой стороне проход. Ниндзя, 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 ниндзя. Так. Так, оп. Ладно. А, и все, я ради этого сюда пошел. Ну, норма. Справедливо. Справедливо. Так. Что у меня у нас получается в итоге? В итоге я не знаю, куда мне идти. Да. А, подожди, а могу ли я взорвать этих ползунов? Так, сколько у меня в инвентаре этих? 4 как раз. Да. Все. Так, ты. Как раз. Мясник. За 30-ку. Попробуем. Как мне тебя грохнуть? Он не убивается. Никак не убивается. Ладно. Пойдемте тогда к профессору. Послушаем, что он мне скажет. Да, я нашел устройство. А куда мне идти тогда? Ладно, давайте, короче. Я быстро посмотрю, где я еще не полазил, и продолжим. Короче, нужно нам вернуться было в изумрудный лес. И здесь, помните, у нас там проходик есть. Да, тогда идем с вами. Так, еще нужно бомбы. А. Окей, тут аптечка была.
Значит. А где у нас еще были? Ладно, давайте поищу и потом вернусь. Ладно, все, добежал я до захода Б. Погнали. Ой, божечки. Заход Б. Заход Б. Он его взял, просто спас. Я не знаю, как через эти проходить. Такие же хери были на мусорке. Такая же херь была на мусорке. Воу-воу-воу. Что новенькое? Что-то новенькое. Какие-то машиносоздатели. Тоже несколько выстрелов нужно. Давай. Ради коробки. Это все было ради коробки. Хотя бы курятину дали. И там наверху нужно было до конца. Блин, начинается. Тихо. Курятенько. Кача. Поехали. Так, готово.
Так, и опять у нас проходы. Вот сюда. Давайте сюда, давайте сюда. Ой-ой-ой, я не заметил, я понял, это платформы. Начнем с того, что я задел шипы, а не лазер. Так, инвентарь, хил. Так. Да, сейчас пойду дальше, а там будет сохранялка. Будет каверно. Кубик жирности дали. Кубик жирности. Их уже так много. Ой, давайте я, короче, лучше здесь просто пробегу. Все, отлично. Так, ну, в принципе, у меня голова свиньи там две штуки, да, есть. Это нормально. Плюс мне все равно уже больше нечего покупать. Поэтому буду в основном тратить на голову эту свинью. Так, сохранялка. Там еще места, в принципе, много, куда идти. Да. Готово. Бля. Отлично. Кубик энергии? Батарея? На что? На что это батарея? Разве мы когда играли там... Успел. Было куда сувать батарею, то... Что-то я не припоминаю. Что-то я вообще не припоминаю. Да, мы сували эту батарею.
Ладно, может быть, сюда есть проход. И там мы сували эту батарею. Кажется, что да. Ну что, поехали. Пулеметчик. Небесный командир. Командер. Ладно, доктор Омега сыт по горлу вашим сопротивлением. Ему будет приятно узнать, что я продолжил конец этому безобразию. Посмотрим, сумеешь ли ты выстоять против меня. Ой. Прыгаешь ты. Прыгает он. Просто затанчил. Что это? Новое умение рывок. Управление дексом. Нажмите умение. Нифига себе. Нифига себе. Они улучшили его. Манать. Это мне нужно сейчас на помойку идти. И юзать эту тоже фигню. Поэтому, ребятки, встретимся на помойке. Так, поехали. Главное не сдохнуть. Даже я буду начинать тогда с самой респы. А самой респы это... Ладно. Самой респы не хочется начинать. Это жопа. Ну нафиг. Это жестко. Много слишком атак-то хер делает. Отлично. Готово. Ugh!
Так. Сразу превращаемся в ниндзю. Ладно. ХП нужно. Пипец. Просто пипец. Окей, хил. Не-не-не-не, ну нафиг. На всякий случай. Ну нафиг, ну нафиг. Так, и опять у нас развилка. Блин, у меня опять, да? Вариант, куда пойти? Влево-право. Ну, двери, это понятно, что вправо, значит влево. А там у нас слишком много прохода. Хил, класс. О, кайф. Хера себе махина. Дамажит. Вот от него нужно поменьше урона получать. А то еще слягу. Так, просто суицидник. Ай. Ну, хил кидайте, спасибо. За хил спасибо. О, ништяк.
Босс? Босс. Бусик, бусик, бусик. Нихера себе. Мусорный король. Добро пожаловать в королевство мусорного короля. Уже успел оценить мои достижения. Слыхал, что ты разыскиваешь мой криптобой. Это так? Это редкая привилегия получить такое устройство от самого доктора Омеги. Но тебе придется вырвать его из моих толстых, окоченелых пальцев. Пора выносить мусор. Йоу. Ёлки-палки. Готово. Это ж не то, да, что мне нужно? Ладно, хотя подхилюсь. А, я ж был уже отхилен, черт, ладно. Ладно, не суть. Криптобой 5000. Все. Да? Ну это чтоб я больше сюда не возвращался. Пойдем я вниз туда спущусь, в ту местность. И продолжим. Так, нам побежали. Побежали. Раз. Ай-яй, отхилился. Отхилился. Готово. Вот это самый опасный. Из него до хера тимает. А ясно, каев. Угу. Погнали к ученому по-быстрому. Фаст ученый. Сразу сохранимся. Ох, вы нашли крипобой. Прелестно. Сейчас подключу его к своему передатчику. Готово. Теперь деформируйте сигналы, переданные прямо в цитадель Омеги. Теперь вы без проблем сможете пролететь через силовые поля. Вот он, шанс, который вы столько ждали. Теперь мы наконец-то сможем добраться к доктору Омеги. У вас есть возможность покончить с ним. Отправляйтесь к Маку, когда будете готовы приступить к завершающему штурму. Мы рассчитываем на вас. Удачи. Цитадель Омеги. Ну что, у нас остается одна локация, поэтому это будет финальная серия. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.